Дальше. 11 стих. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Лжепророки внутри и лжепророки снаружи. Как мы можем проверить пророка? По плодам. Узнаете их. Мы не можем проверить их по словам, но мы можем их проверить по плодам. И Писание говорит о том, что будут лжепророки. И вы знаете, Библия очень серьезно нас говорит по отношению к пророчеству. Библия говорит, пророчество не уничижайте, но что? Испытывайте. И мы не можем строить свою жизнь на пророчествах. Мы можем строить свою жизнь на слове. Но пророчества должны быть испытаны. И пророки должны быть испытаны. Потому что Библия говорит о том, что будут лжепророки. И на сегодняшний день есть лжепророки, и есть много учений, которые противоречат Библии. И я сталкивался с пророчествами, которые не исполнялись. Я сталкивался с такими вещами. В 92-м году в Киеве были очень серьезные программы по телевидению, что Иисус Христос придет в мае 92-го. Проповедовали корейские верующие из христианской харизматической церкви по всем каналам телевидения. И что вы думаете произошло? Это было ложное пророчество. Но вы знаете, мы с самого начала знали, что это ложное пророчество. Да, Иисус не придет в Киев. Да, на Елеонскую гору. Вы правильно понимаете? Книга пророка Захарии. Кстати, мы с вами ее будем смотреть, когда мы будем говорить об Израиле. Дальше. 12 стих. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Обратите внимание, не по причине охлаждения любви увеличится беззаконие, а по причине умножения беззакония охладеет любовь. Я хочу зачитать одно место из книги пророка Исаии. Кто из вас хочет сохранить себя чистым и не охладеть в любви? Исаия 33 глава, с 13 стиха. «Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми». Кто из нас может жить при огне пожирающем, кто из нас может жить при вечном пламени? Грешники на Сионе, нечестивые. Нечестивые – это верующие, которые поступают нечестиво, которые знают истину. Это не атеисты, это не неверующие, это верующие, но которые поступают нечестиво. Кто из нас может жить при огне пожирающем, кто из нас может жить при вечном пламени? Вы помните, что в Писании написано, Бог есть огонь поедающий, огонь пожирающий. И Бог говорит, тот, кто ходит в правде и говорит истину. Что значит говорить истину? Что есть истина? Слово твое есть истина. Они победили кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Помните, да? Кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкают уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывают глаза свои, чтобы не видеть зла. То есть, вы знаете, нам не обязательно смотреть то, чем ужасается этот мир или восхищается этот мир. Нам не обязательно смотреть это насилие и слушать об этом насилии. Для чего? Чтобы наша любовь не охладевала, чтобы мы не привыкали к насилию,
чтобы наша совесть не обременялась всеми этими пустыми вещами. Закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его – неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его. Хотите увидеть царя в красоте его? Не обязательно смотреть в мир, не обязательно слушать новости, отслеживать все, что там происходит, и поражаться всему этому. Понимаете? Глаза твои увидят царя, узрят землю отдаленную. О какой это земле говорится? О той, что написано, я увидел новое небо и новую землю. Та отдаленная земля, в которую мы идем, тот небесный Иерусалим. И ты увидишь царя в его красоте. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Где весивший дань? Что значит весивший дань? Собирающий налоги. А? Да. Где он? Где осматривающий башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухой, невнятной речью, языком странным и непонятным, типа опа. Конкретно. Пацаны. А? Не увидишь этого народа. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное. И Бог говорит, смотри туда. И глаза твои, они увидят жилище мирное. Непоколебимую скинию, столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна вервь ее не порвется. То есть, и Библия говорит нам, не смотри в мир. Мир, он идет во тьму, тьма покроет народы, над тобой взойдет свет. Пребывай на Сионе, пребывай в общении со святыми. Твое сердце должно быть здесь, и ты увидишь жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее не поколеблятся. Никогда не исторгнутся, и ни одна вервь ее не порвется. Что значит столпы? Помните, в Откровении написано, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. Апостол Павел говорит, я встречался с Петром, Яковом и Иоанном, прозываемым столпами. Столпы ее не исторгнутся, верви ее не порвутся. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно и не пройдет большой корабль. Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас. То есть Господь наш судья. Все, что мы делаем, мы должны делать перед Господом. И мы не должны себя оценивать с позиции других людей. Мы должны оценивать себя с Божьих позиций. Понятно, да? То есть Бог наш судья, Бог наш законодатель. Его законы для нас абсолютные законы. То есть мы должны жить по Его законам, где бы мы ни были. Господь законодатель наш, Господь царь наш. Он управляет нами, Он руководит нами. Он спаситель наш, Он спасет нас. И дальше очень интересное слово. Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет раздел добычи. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей не скажет, я болен. Вы хотите такого уровня, чтобы все люди получали исцеление? То есть от вас это зависит. Если ты будешь смотреть туда и пребывать там, и видеть эту мирную скинию, и наслаждаться этим мирным жилищем, тогда ты будешь видеть в своей жизни чудеса. И тогда будешь делить добычу. И будет большой раздел добычи, будет большая жатва. Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. Где живущему там, на Сионе? Пребывай там.
Помните, написано, как вы совоскресли со Христом, так и живите. Там мы уже посажены на небесах. Но очень часто мы пытаемся жить двойной жизнью. Жить здесь и жить там. Оно не получается. Мы или тут живем, или там. Живите здесь или живите там. Дальше. Умножение беззакония, да? И чтобы ваша любовь не охладевала, не смотрите на умножение беззакония. То есть это должно быть. И беззаконие, оно будет умножаться. Но нас это не должно касаться. Это не должно захватывать наше сердце. В нашем сердце должен быть Господь. И мы должны восхищаться царем, мы должны наслаждаться царем, мы должны жить для царя. И тогда все будет нормально. Дальше. Претерпевший же до конца спасется. И здесь говорится о том, что нам необходимо будет терпеть. Сколько терпеть? До конца. Вы понимаете? До конца. И я говорю людям в моей церкви, мы знаем конец книги. Мы знаем конец книги. Мы знаем, что будет в конце. И нам надо выдержать вот этот вот период. Дотерпеть до конца. Дотерпеть до конца. И в книге Откровения написано, 14 глава Откровения. 14 глава Откровения. С 9 стиха. Третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков». И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Здесь терпение. То есть мы знаем, что будет за это. И мы должны пройти через это. И у нас на самом деле нет выбора. То есть мы знаем конец. И необходимо будет терпеть до конца. Дальше. В конце. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец». То есть Евангелие будет проповедано всем народам. Все народы, они услышат благую весть. И тогда придет конец. И в наши дни это происходит очень быстро. Очень быстро. То есть вы оглянуться не успеете. Я не помню статистику, на сколько языков переведена Библия, но, по-моему, на 2500. Библия или некоторые из ее книг. То есть о чем это говорит? О том, что Евангелие Царствия проповедано практически всем народам. Вообще существует, по-моему, 4 с чем-то тысячи языков. На 2500, ну это данные где-то конца 80-х годов, были переведены книги Библии. То есть и это происходит очень быстро. Быстро. Следующее. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». И вот здесь вот мы должны быть с вами очень внимательны. Мы должны смотреть на то, что происходит в Израиле. И Римлянам 11 глава. Римлянам 11 глава. И последнее время, оно очень тесно связано с тем, что будет происходить в Израиле. Римлянам 11 глава. С 25 по 26 стих.
Апостол Павел говорит: не хочу оставить вас в неведении, оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие Якова. То есть смотрите на то, что будет происходить в Израиле. И вот это вот знамение последнего времени, то, что будет происходить в Израиле. И это самый ключевой признак. Смотрите в Иудеи. До 48-го года вообще не было такого понятия, как Иудея или Израиль. Было понятие Палестина. Вы знаете, да? Вы знаете, как появилось вообще понятие Палестина? Откуда происходит вообще слово Палестина? Слово Палестина происходит от слова филистимлянин. На иврите плештим. После восстания Бар-Кохбы в 135 году римляне, чтобы вообще не было воспоминания об Иудее или Израиле, стерли с карт это название и написали Палестина. На латыни это филистимляне. Палестина. И появилось это название. Но здесь Иисус говорит, тогда находящиеся в Иудее, то есть смотрите, что будет происходить в Израиле. В Иерусалиме. Там дальше говорится, итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящего на святом месте, читающий да разумеет. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. То есть это связано непосредственно с Иерусалимом. Иудея это, ну, там, где находится Иерусалим. Ну, не совсем. То есть в Иудее там же и Иерусалим и так далее. То есть мерзость запустения, реченную через пророка Даниила. Об этом мы с вами будем говорить. И очень интересная вещь. Дело в том, что Иисус говорит о тех вещах, которые уже исполнились. Мы с вами недавно праздновали Хануку. Помните, да? И это было связано с войной Маккавеев. Маккаби. Иегуда Маккаби. И Антиох Епифан, он же поставил мерзость запустения в храме. То есть и ко времени Иисуса это как бы оно исполнилось. Но дело в том, что очень часто пророчество имеет две перспективы. Ближняя перспектива и дальняя перспектива. И Иисус то пророчество через Даниила переносит в последние времена. И пророчество Даниила, если вы внимательно будете смотреть, оно тоже слоеное. Оно идет часть, которая относится к Маковеем, а часть, которая относится к последним временам. И там говорится о воскресении мертвых. Часть говорится об Антиохе и Епифане, часть говорится об Антихристе. Точно так же, как пророчество о пришествии Иисуса. Часть говорит о первом пришествии, часть говорит о втором пришествии. Но в перспективе оно может быть очень близко. Понимаете? Но между ними может быть очень большое расстояние. Мы смотрим как бы на одной линии. И для нас они как бы сливаются. Вот между моими ладонями есть расстояние. Но вы в своей перспективе можете видеть их на одной линии. Но между ними может быть большой промежуток. Точно так же с пророчествами. Есть ближняя перспектива, есть дальняя перспектива. Иисус говорит, смотрите. И это очень важно. Дальше. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу. Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и до ныне. То есть умножение всемирной скорби. Ситуация в мире будет становиться все хуже и хуже. Не обольщайтесь. То есть будет становиться все хуже и хуже. Будет становиться всемирная скорбь все больше и больше.
И вы, может быть, замечаете, что как бы происходит как бы виток за витком, как по спирали. То есть что-то изменилось, стало хуже, но вроде бы стабилизировалось. После 11 сентября что-то изменилось не в лучшую сторону. Ситуация в мире стала хуже, но она как бы вроде бы стабилизировалась, и люди мира тут же успокоились. Но мы должны с вами быть мудрыми, мы должны видеть знамения времени. И мы должны бодрствовать и трезвиться, потому что при дверях совсем близко. Откровение, 7 глава, с 19 по 17 стих. Откровение, 7 глава, с 19 по 17 стих. А? Подождите, сейчас я посмотрю. С 9 по 17. Извиняюсь. 7 глава, с 9 по 17. «После сего я взглянул, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение, и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И начав речь, один из старцев спросил меня: «Сие облеченные в белой одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». Он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». И здесь говорится о тех, которые пришли от великой скорби. Великое множество. И я думаю, что здесь говорится о жатве. И они пришли от великой скорби. То есть это то, что будет происходить в мире. Дальше. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте». Опять предупреждение об обольщениях. То есть, как вы думаете, если Иисус постоянно говорит об этом, это важно? Это очень важно. И что произойдет после скорби? И дальше написано: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам». Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте». «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы». И будет видимое возвращение Христа во славе. И ангелы собирают избранных со всех концов. То есть это то, что будет сразу после скорби. После скорби дней тех померкнет солнце, и луна не даст света своего. Это то, что нас переводит в день Господень. То, что мы читаем у малых пророков. Йом Адонай. День Господень. И признак этого дня – это солнце не даст света, луна превратится в кровь, прежде чем наступит день Господень, великий и страшный. Для кого-то это день великий, для кого-то это день страшный. Но мы с вами ожидаем пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И это видимое возвращение Христа во славе. И два последних предупреждения. Матфея, 24 глава.
44 стиха. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Первое. Мы не знаем точно, когда придет Сын Человеческий. Мы не знаем ни дня, ни часа. Если мы говорим, что мы знаем день и час, мы лжем. Потому что в Писании написано, никто не знает. Понятно, да? То есть, если вам кто-то говорит, что я точно знаю, когда придет Сын Человеческий, или вы читаете в книге, где человек говорит о последней, что он знает, что началась последняя седьмина, или он знает, вот, в какой день придет Иисус, то есть вы можете просто не сомневаться, этот человек находится в заблуждении. Какое бы звание у него ни было, кто бы его ни считал пророком там, или апостолом, или ну, кем угодно. То есть этот человек находится в обольщении. И я слышал такие моменты в своей жизни. Я видел людей, которые говорили, ну, я вам рассказывал о корейской церкви, которая проповедовала. Вы все знаете, как возникло движение адвентистов. Вы знаете, как появилось движение свидетелей Иеговы. То есть и ряд моментов. То есть, если кто-то говорит, что он знает, этот человек не знает. «Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставят его». «Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». И второе, это очень важно. «Верный и благоразумный раб». То есть, как верный и благоразумный раб, вы должны принять решение. И решение очень важное. А. Продолжать служить его народу верно до пришествия Иисуса Христа и получить награду. Б. Забыть о возвращении Христа, возвратиться к плотским грехам и погибнуть. А здесь написано, верный и благоразумный раб. То есть верно служить его народу и получить награду. И Б, забыть о возвращении Христа, вернуться к плотским грехам и погибнуть. Но возмездие за грех – смерть. То есть это не награда, это зарплата, мзда, возмездие, слово мзда, заработная плата. Заработал – получи. Записали, да? Так, перерыв, да? Я правильно понимаю? Или нет? Внимательно прочитаете пророков, особенно таких пророков, как Исаию, Иеремию, Иезекииля, малых пророков. У малых пророков очень сильно развита концепция Дня Господа. И вы увидите очень много интересного. И я вам хочу дать одно понимание, которое написано в книге Откровения. Книга Откровения. Первая глава. Десятый стих. Откровение, первая глава, десятый стих. Прочитайте, пожалуйста, его. В какой день? Вы знаете, что на самом деле там не стоит день воскрес?
и не день субботний. На самом деле там стоит Откровение, 1 глава, 10 стих. Но я зачитаю вам, что написано в подстрочнике. «Я сделался в духе в день Господень и услышал сзади себя голос, громкий, как трубы, говорящий». То есть, я в духе был в день Господень. И день Господень – это не день воскресный. И это не день субботний. Это день, о котором говорят пророки. Йом Адонай, день пришествия Иисуса Христа. День Господень великий и страшный. Иоанн описывает то, что происходит в день Господень, в день пришествия Иисуса Христа. То есть вот в этот период, который в Библии назван День Господа. И он дает перспективу этого дня. Так что Библия книга интересная. Разобрали. И о чем мы говорили вообще? Мы с вами говорили о приметах последнего времени. И мы с вами говорили о том, что мы с вами живем в то время, когда уже практически все приметы последнего времени уже налицо, за исключением одной приметы, которая происходит в наши дни. Это проповедь Евангелия по всей вселенной, его свидетельство всем народам. Да? То есть, и этот процесс идет очень быстро. И сегодня я хочу с вами поговорить о некоторых местах Откровения. Откройте, пожалуйста, Откровение, 6 главу. И там есть очень интересная история о четырех всадниках. Откровение, 6 глава. Четыре всадника апокалипсис. Звучит так довольно интересно. С 1 стиха. С 1 по 8. И я читаю с 1 стиха. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печати, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Белый всадник. На эту тему есть несколько комментариев, с которыми я сталкивался. Но я скажу то, что я думаю по этому поводу. Я читал когда-то книгу Билли Грэма о четырех всадниках. И он говорит, что этот всадник обозначает там заблуждение и так далее. Но в оригинале есть одно слово, которого нету, в оригинале нету одного слова, которое есть в русском переводе. И здесь написано: «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он как». Обратите внимание, что слово «как» написано курсивом. Курсивом. Вот этот курсив обозначает, что этого слова нету в оригинале. И в Откровении, в 6 глава, сейчас мы посмотрим подстрочники. Здесь сказано: «И я увидел, вот конь белый, и сидящий на нем, имеющий лук, и дан был ему венок. И он вышел побеждающий, и чтобы он победил». То есть этот всадник, он победитель. Как вы думаете, при всех делах дьявол может быть победителем? Заблуждение может быть победителем? Ложь может быть победителем? Но этот всадник, он вышел победоносный, и чтобы победить. Как вы думаете, кто этот всадник? В Откровении, в 19 главе,
в 11 стихе мы опять встречаем белого всадника. Откровение 19.11. 19 глава, 11 стих. «И я увидел отверстое небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье». Почему его имени никто не знал? Как мы узнали его имя? Как вы узнали Иешуа? Вы узнали его через откровение. Он открыл свое имя. Он открыл себя. Откуда человечество узнало Бога? Через его откровение. Бог открыл себя. И Иоанн говорит, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. И в 14 стихе написано, «И Слово стало плотью, и обитало среди нас полное благодати и истины». То есть, это было Его решение. Имя Его никто не знал, но Его имя – Слово Божье. Он был в самом начале, и Он пришел на эту землю, чтобы мы Его узнали. Как ученики узнали Иешуа? Он призвал их. Он открыл себя им. Как мы узнали Иешуа? Он призвал нас, и Он открыл себя нам. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему – Слово Божье. Воинство небесное следовали за Ним на конях белых. Облеченный висан белый и чистый. Праведность святых. Воинства небесные были облечены в эти белые одежды, но его одежда была обогрена кровью. Для того, чтобы наши одежды стали белыми и чистыми, он обогрел одежду кровью. И не знавшего греха, Бог сделал грехом за нас. Это буквально то, что написано в оригинале. Это Коринфянам, 2 Коринфянам, по-моему, 5.21. Да, 5.21. «Ибо не знавшего греха он сделал за нас», в русском переводе вставлено слово «жертвой за грех». Опять же, православный переводчик, он не мог поставить грехом, как написано в оригинале. Грехом за грех, чтобы мы сделались праведными перед Богом. Вы знаете, что написано в оригинале? Там не написано, чтобы мы сделались праведными перед Богом. Чтобы мы сделались праведностью Божьей. То есть, Бог сделал Иисуса грехом за нас. Чтобы мы в Нем сделались праведностью Божьей. Вы знаете, что такое праведность Божья? Ни одного греха. И в послании к евреям написано, что он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. То есть через его жертву мы уже совершенны. И вы знаете, какая разница между Новым Заветом и Ветхим Заветом? Моисей говорил, что исполняющий закон будет жив законом, да? То есть и человек, который исполнял закон, он был подобен тому, кто поднимается по лестнице, ступенька за ступенькой, заповедь за заповедью. И когда он исполнял все заповеди, он достигал праведности, он достигал вершины. Новый Завет начинается на вершине. То есть и Бог через Иешуа поставил нас на вершину. Мы уже там наверху, мы уже праведные, мы уже поднялись в Божье присутствие, мы уже пребываем в Божьем присутствии. И от нас требуется, чтобы мы пребывали там постоянно. Как мы можем пребывать там постоянно?
через кровь Иешуа. И его праведность, она становится нашей праведностью. И святой, да, освящается еще. То есть отделяется от этого мира, становится святым. То есть, чтобы его вмененная праведность с каждым днем становилась все больше и больше нашей праведностью. Это не значит, что в нашей жизни не будет грехов. Но это значит, что с каждым днем мы с вами будем становиться все более и более совершенными. И в нашей жизни будет становиться все меньше и меньше грехов. И наши поступки будут становиться совершенными. Аминь. То есть, и вы должны пребывать там. И теперь очень важно, в послании к римлянам, в 8 главе, в 14 стихе написано, «Ибо все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». То есть вот это вот совершенство. Когда мы с вами подчиняемся Духу Святому, мы совершенны. Наши поступки совершенны, потому что Дух Святой, Он совершенен. И Он сделал нас совершенными через жертву. Поэтому Он облечен в одежды, обогренные кровью. А мы облечены в висон чистый и светлый. Висон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их же злом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде его и на бедре его написано имя. Царь царей, Господь господствующих. Он царь царей и Господь господствующих. И вот этот вот всадник, он вышел, мы видим его в 6 главе Откровения. И он вышел победоносный, чтобы победить. И это та жатва, о которой мы говорим. Это то пробуждение, о котором мы говорим. И это пробуждение идет по всей земле. И этот всадник идет по всей земле. И это начало. Но это не конец. За этим всадником идет следующий всадник. И перед пришествием Иешуа будут происходить такие вещи. То есть вначале будет проповедано Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам. Это то, что происходит на Украине, это то, что происходит в мире. И мы с вами слышим о том, как в странах происходит пробуждение. Как Дух Святой приходит могущественным образом. Мы слышим о Торонто, мы слышим о Пенсиколе, мы слышим о разных странах. Кто из вас слышал о такое имя Дэвид Хоган? Вы не слышали это имя? Вы знаете, что в жизни этого человека, который живет в наши дни, около 200 воскресений из мертвых? Не слышит? Нет? У меня есть журнал, сейчас его Татьяна привезет, там, где рассказывается о Дэвиде Хогане. Он служит в Мексике, среди индейцев, в горах. И в его служении было 200 воскресений из мертвых. Он проповедует... А? Хоган. Но близко к Хогану. Я думаю, что если в корнях покопаться... то можно найти и Когана. Коган, Хоган. Там, где Коган, там и Хоган. Но не столь важно. Важно то, что сила Божья действует в жизни этого человека в наши дни. Как это было во времена апостолов. 200 воскресений из мертвых в его служении. Он проповедует среди индейцев. И я... у меня есть кассеты его... А на видео я могу сказать, у кого есть кассеты. В мессианской общине у Давида Шнайера на английском языке. У него есть проповеди Дэвида Хогана. В жизни этого человека происходили удивительные вещи. У него была ситуация, когда ему прострелили голову. То есть выстрелом из ружья ему снесли полчерепа. Он ехал на лошади, и он проповедует в таких районах Мексики, где там партизаны, повстанцы, где жизнь человеческая вообще ничего не стоит. Где оккультизм – это нормальное явление. Где убийство человека – это нормальное явление. Ну и там он попал в засаду, и он ехал на лошади и говорит, ну, с собакой. Она говорит, у меня очень умная собака. Ну, она бежала спереди.
И говорит, вдруг я почувствовал очень сильный удар, я упал на землю. И говорит, мои лошадь и собака оказались очень умными, они просто убежали. И я, говорит, пришел в себя, я лежал в луже крови с очень сильной головной болью. Я потрогал, и я понял, что половины моей головы просто нет. Ну и он кое-как дополз до тропы. Его подобрал там, ну, один его знакомый и привез домой. Медицинской помощи не было никакой. Там жена начала усиленно молиться. Ну и он говорит, мне голову покрыли полотенцем, и я лежал, и мне было очень плохо. И вдруг кто-то сорвал это полотенце. Я, говорит, был возмущен, мне было очень больно, я хотел возмутиться. И вдруг я почувствовал, что с моей головой что-то произошло. И я увидел, что тот, кто сорвал полотенце, был Иисус. И он полностью был исцелен. И собралось несколько тысяч индейцев, большая часть из которых была неверующая, которые узнали, что убили миссионера. Ну и тут этот миссионер вышел там и начал проповедовать. Он говорит, был очень интересный эффект. А? Полностью восстановилось. Не, все восстановилось. Бог его исцелил. И он говорит, единственное, что... Ну, в этих районах колдуны имеют очень большую силу. И он говорит, единственное, чего они не могли делать, это воскрешать мертвых. Единственное, чем мы их могли удивить, это воскресениями мертвых. И Бог начал это делать. В его личной жизни, то есть он лично принимал участие в 21 воскресении. То есть он воскресил 21 человека. А в его служении воскресло 200 человек. Но у него, по-моему, или 11, или 12 пасторов погибли мученической смертью. И он проповедует Слово Божье в Мексике, в горах, среди индейцев, в наши дни. И Бог использует его могущественным образом. Кто из вас слышал такое имя? Саду Сундар Сингх. Никто не слышал. Когда я прочитал про него книгу, я просто с трудом поверил, что такое может быть. Этот человек жил в 30-е годы. Проповедовал на Тибете. Его называют апостолом Индии. Где-то в конце 30-х годов он пропал в буддийском Тибете. То есть никто не знает, как он умер. Но то, что он описывал, у него был цикл проповедей в Европе в середине 30-х годов. И я читал книгу, как он обратился. Он принадлежал к одной из высших каст Индии. Он был раджа. Саду вообще это святой переводится. И его мать, она его наставила в индуизме. Она была очень верующий человек. И он постоянно читал эти индуистские книги. И он очень стремился найти вот этот вот покой в Боге. Он искал Бога, и его мать умерла, когда ему было 4 или 5 лет, но с раннего детства она его наставляла в индуизме, и он был очень ревностным таким последователем. И когда ему было 15 лет, он молился, и в школу пришли миссионеры, и ему дали Новый Завет. Ну и он порвал этот Новый Завет и сказал, что это религия белых людей. И на следующий день, ночью, он молился, и он решил покончить жизнь самоубийством. Он говорил так, Бог, если ты мне не откроешься, и я тебя не найду в этом мире, я перейду границу между жизнью и смертью и найду тебя в том мире. И он решил броситься под 4-часовой поезд, утром, 4 часа утра. Он проснулся где-то часа в 3, начал молиться. И молился такими словами, Боже, если ты сейчас себя не откроешь, то я иду и бросаюсь под пояс. Вдруг в этот момент эту комнату заполнил очень яркий свет. И он увидел человека, который протягивал ему пробитые руки. И говорил, Саду, зачем ты гонишь меня? Я Иисус,
который тебя любит. Утром он прибежал к отцу и говорит: папа, все, я стал верующим. Я верю в Иисуса. Папа говорит: ты что, ты вчера порвал Новый Завет, сегодня ты говоришь, что ты веришь в Иисуса. О чем ты говоришь? И он привез его к правителю этой провинции. Этот правитель сказал: по своему происхождению ты можешь занять любую должность в моем правительственном аппарате. И я предлагаю тебе любую должность, которую ты хочешь. Ты можешь ее занять. Но единственное условие – отрекись от религии белых. Он говорит: нет, я не отрекусь от Иисуса, потому что он истинный Бог. Что произошло? Его отравили и бросили в лесу умирать. И его подобрали миссионеры. Принесли в миссию и вызвали врача. Врач его осмотрел и сказал, что этот человек не доживет до утра. Яд, которым его отравили, не имеет противоядия. Это я вам заявляю как врач. И он ему говорит: я вам заявляю как верующий. Утром я из этого дома выйду своими ногами. Потому что в Библии написано, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Утром, когда врач пришел, он увидел такую картину. Вот этот вот юноша, которому было там 15 или 16 лет, вышел из этого дома своими ногами. То есть он был слабый. Он был в таком болезненном состоянии, но он вышел своими ногами. Через несколько лет он встретил этого врача, который был искренне верующим человеком. И он говорит: я стал верующим после того, что я увидел. Я просто знаю, что против этого яда нет противоядия.